Всем привет! Сегодня буду шпаклевать стены в гараже. А точнее, не шпаклевать, а армировать. Армировать буду стартовой шпаклевкой. И вот такую сеточку взял. Сетка 145 грамм на метр квадратный. Как я подготовил стены? Прошел все вот эти швы, все наплывчики позбивал я болгарочкой. На болгарку одел круг, чашечку. И позбивал все выпирающие места. После этого я прогрунтовал все стены. Стены начал грунтовать кисточкой. Это оказалось очень долго и нудно. Поэтому принес сюда компрессор и с пульверизатора полностью прогрунтовал все стены. С пульвера это оказалось намного эффективнее, так как грунтовка попадает в каждые поры, забивает полностью все ямочки. Сейчас сразу заколочу раствор и заделаю все штробы, особенно вот эти вот, тут вот глубокие, и начну шпаклевать. Штробы все заделал. Заделывал штробы вот таким вот шпательком. Сейчас возьму большой. Либо вот такой вот 60 сантиметров. Либо вот такую вот гладилку. В общем, посмотрю, чем будет удобнее. Сейчас что я делаю? Замеряю, сколько мне надо сетки. То есть расстояние от потолка до пола. Нарежу, наверное, штук 5 сразу полосок. И начну. В общем, вот так вот продолжаю. Первую полосу я затянул на угол. Вот на сетке есть три полосы черные. Первая вот нахлёст 11,5 сантиметров. Вторая вот 15,5 и 19,5. Я вот делаю нахлёст по первой черной полосе. То есть что я делаю? Наношу первый слой. Более-менее подравниваю и потом утапливаю в него сетку. И слегка наношу следующий слойчик